Итак, приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И 99 запросов из 100. Это у меня все хотят домик. Какой-нибудь там в пределах 150-200 квадратных метров, чтобы земли было 4-5 соток. И, соответственно, чтобы ценник был относительно недорогой, чтобы стоило как, примерно как двухкомнатная квартира в городе Сочи. Я для вас нашел такой дом. И самое главное, еще хотел в ипотеку. Ипотека проходит. Итак, ребята, давайте мы с вами потихонечку перевернемся. Итак, что мы с вами видим? Мы видим с вами коттеджный поселок. Пока построен только один дом. И вот эти таунхаусы до боли знакомые. Помните, как-то 4 года назад их снимал, и они стоили 11-12 миллионов рублей. Сейчас они стоят минимум 26. Так вот. Все здесь будет логически завершено, все будет здесь хорошо, все будет прекрасно. Земля в данной локации стоит 2,5 миллиона рублей за сотку, чтобы вы понимали. Соответственно, здесь 4,8 сотки. В общем, земля здесь обходится только около 11-12 миллионов. Почему здесь земля такая дорогая? Потому что земля здесь полноценный ЖС. Кстати, здесь можно домики еще купить в стройке, потому что здесь будет еще 6 домов. И вот вид у нас открывается на микрорайон Макаренко и на микрорайон КСМ. Будут стеклянные перила красивые, прям реально будут красивые. И, конечно же, снаружи это у нас японский фасад. Сейчас это в тренде, сейчас это модно. И, в принципе, хватает земли, я посмотрел, хватает. При желании можно сделать в том числе и бассейн, и парковки. В общем, все, что нужно, вы можете здесь себе сделать. Заезд, кстати, хороший. Конечно, автобусы, тут же школы, тут же детские сады. В общем, все здесь имеется. Находимся мы с вами в микрорайоне, который называется Донская. Теперь, что касается дома. Я вот сейчас снимал дом, и кто-то сказал, блин, маловато. Вот этот дом мне нравится больше. Самое интересное, этот дом стоит дешевле. Реально стоит дешевле. Вот здесь мы с вами видим такую гостевую комнату, либо это будет кабинет. И когда нужно, там можно разложить и положить гостей. А вот в этом месте прям просится сделать большую кухню-гостиную. Соответственно, здесь будет газ, здесь центральная канализация, 15 киловатт электричества. И знаете, я считаю, что вид очень даже в себе пристойный. На хороший вид, ну реально хороший вид, ребят, честное слово. И вот мне нравится этот дом тем, что здесь нет никаких перемычек, да, просто потолок идеально ровный. Дизайн-проект дается в подарок, уже все здесь у нас имеется. В принципе, первый этаж однозначно зачет. Вот тут прям просится сделать большую гардеробную, прям огромнейшую. Ну, если честно, я жил в своем доме, я знаю, что такое летом это жарко, что такое холодно и так далее. Я бы все-таки вот здесь сделал небольшой тамбур. Кто-то скажет, Макс, в Сочи не нужно. Нет, ребят, нужно. Я бы сделал вот в этом месте тамбур. Серьезно, тамбур, там пускай вот даже метр, но он очень сильно вас защищает от того, чтобы дом у вас быстро, там, не знаю, там, не охлаждался, если это зима, и чтобы сильно не нагревался, если это лето. Поэтому тамбур бы я здесь однозначно сделал. И вот в этом доме действительно тамбур заходит. Здесь санузел, в общем, первый этаж однозначно зачет. Давайте поднимемся с вами на второй этаж, посмотрим, что же там интересного. Второй этаж, свободная планировка. Почти свободная планировка. Нравится, что здесь будут все-таки стеклянные перила, потому что стеклянные перила, они обходятся в разы дороже. Соответственно, здесь можно сделать еще одну спальню. А так, в принципе, уже две спальни здесь выделены. Одна спальня. Кстати, хорошая спальня, такая большая, да? Большая полноценная спальня. С видом будет на горы, летом будет просто потрясающий вид. И вот с этой стороны мы с вами видим, наверное, еще одну спальню с возможностью выйти на балкон. Опять же, этого пустыря здесь не будет. Здесь будет все хорошо и добротно. И знаете, тот случай, когда ты выходишь, ты находишься в самом центре, по сути, Сочи, и ты выходишь на балкон, и тишина, спокойствие. Вот у нас и все у нас видно. В принципе, вид хороший. Ночью это все будет подсвечиваться, все будет красиво и все будет прекрасно. Теперь, что касается еще одной комнаты. Без проблем ее можно сделать. Вот с этой стороны будет еще одна комната, а вот с этой стороны будет санузел.
И, соответственно, есть возможность также еще выйти на балкон с общего коридора. Здесь у нас балкончик уже, соответственно, пошире. Территорию мы можем оценить. Хорошая территория, я считаю, добротная территория. И в целом, как бы, данный дом, ребят, вот данный дом стоит без малого 29 миллионов рублей. О, кстати, там уже и горы видно хорошо. О, классно, красота. 29 миллионов рублей. Учитывая, что здесь земли почти 5 соток, учитывая, что здесь все центральные коммуникации, учитывая, что это коттеджный поселок, что здесь, в принципе, нет такого давления с многоквартирных домов, потому что мы чуть ниже находимся, я считаю, что это даже очень даже хороший и привлекательный вариант. Я раньше к Донской к улице не особо относился, а сейчас понимаю прекрасно, что в отличие, например, от той же самой Соболевки, сюда обалденные подъездные пути. Ты знаешь точно, что на такси можешь уехать хоть куда. Ты знаешь точно, что здесь вот сразу же автобусная остановка, и тоже ты можешь хоть куда уехать. Это, блин, большой плюс, ребят. Но реально это просто огромнейший плюс. Ну и, в общем, как бы так. Также здесь можно взять эксплуатированную кровлю, потому что, в отличие от других бюджетных домов, здесь все-таки сверху плита. Плита, еще раз плита. Монолит. Поэтому площадь дома прям внушительная, почти 200 квадратных метров. Эти 200 квадратов, конечно же, чувствуются. Ну и в целом дом оставил лично у меня очень хорошие такие ощущения. Не знаю, как вы вот сейчас раскритикуете, да? Но мне очень здесь все понравилось, ребят. Ну, действительно круто. Круто, еще раз круто. И, в принципе, что бы я здесь поменял? Да нет, ничего не поменял бы. Наверное, так бы все и оставил. Потому что вот эта комната тоже получится вполне даже себе интересная. Ну, идеально хорошая комната получится, потому что здесь бы все-таки сделал наискосок немножко стену. И вот здесь как раз кровать, здесь телевизор, какие-то там ящики. Ну, нормально. В общем, хороший вариант. Самое главное, локация решает. Это как раз для тех людей, которым нужен детский садик в пешей доступности, школа нужна в пешей доступности, магазины, общественный транспорт, чтобы земли было, хотя бы хоть, ну не знаю, там, хотя бы те же самые деревья по периметру посадить, там, либо там бассейн сделать в конце концов. Для вас это, я считаю, один из самых интереснейших вариантов. Лично мне вот такой площади бы хватило за глаза. Тут реально как бы просто, ну посмотрите, огромная просто площадь. Огромнейшая площадь. И в целом, например, вот если даже так вот посмотреть, я бы, наверное, может быть, я и распланировал бы. Ну, в принципе, можно подумать, надо с дизайнером поработать. В любом случае, красивые картинки. Мы видим, что, да, с той стороны у нас эта зона, получается, кухни. Вот она, да, получается. А вот с этой стороны у нас зона, получается, зомбоящика. И, конечно же, зона, получается, отдыха. В целом классно. Нет, хорошо. Это и гостевая комната есть. В общем, все, что нужно, все имеется. 29 миллионов, кто скажет, дорого, кто скажет, дешево. Ну, ребят, ну попробуйте найти что-нибудь дешевле. Ну, если земля здесь только стоит там 12 миллионов рублей, плюс, опять же, надо получить разрешение строительства. Нужно подвести сюда все коммуникации. Нужно все это, за все это нужно платить. Вы все это посчитаете, а потом уже делайте там свои определенные выводы. Там, я такой дом там построю за 2 миллиона рублей. Знаете, сколько у меня уже таких было за 5 лет, которые потом обращается: Макс, помоги продать, потому что невытягиваемый дом строить, очень дорого строить в Сочи дом. Да, я знаю, что дорого строить дом. Вы для меня, кстати, открытие-то не сделали. Ну, конечно, здесь застройщик зарабатывает, как бы он строит дома, как бы делает все за вас. И, само собой, здесь заработок есть. Ну, может быть, если вы сами захотите купить себе участок и сможете найти, да, и построить дом, может быть, вы там сэкономите 7 миллионов, вполне возможно. Ну, я думаю, что 7 миллионов. Но учитывая, что все-таки вы в чужом городе и, скорее всего, будете все брать гораздо дороже, я думаю, вам нифига сэкономить не получится. Поэтому думайте сами, решайте сами. Вот как бы так. Ну, 29 миллионов, в принципе, это стоимость квартиры в
66 квадратных метров в жилом комплексе «Остров мечты». Это стоимость квартиры, вот видите, жилой комплекс раз, два, три, там есть квартирки по 69 квадратных метров. Вот они стоят 30 миллионов рублей, 31 точнее. А здесь дом 200 квадратов. Плюс, опять же, там есть у вас здесь парковка, и бассейн можно сделать, и, в принципе, школы, детские сады, все имеется. Я думаю, что это хорошая альтернатива квартире. Ну, а мы с вами сейчас будем закругляться и поедем искать еще для вас хорошие, прекрасные варианты, которые бы вас полностью бы устроили. На этом мы с вами прощаемся. Этот дом понравился однозначно, особенно понравилась цена, 29 миллионов, большая площадь. Блин, круто, расположение потрясающее. И все. Ребят, пока. И вас всех с Рождеством. Ребят, ну все-таки я сейчас пообщался с застройщиком. И знаете что? Давайте я немножко проясню, если кто-то хочет строить себе дом. Вот смотрите, вот видите, вот здесь пришлось сделать опорную стену. Соответственно, с этой стороны тоже пришлось сделать опорную стену. И вот под этими опорными стенами без малого 29 свай. Под самим домом 9 свай. Соответственно, вот просто опорная стена вышла в 3 миллиона рублей. Помимо того, что участок стоил 11 миллионов рублей. Теперь вот, соответственно, под дом тоже. Здесь сваи ушли очень-очень глубоко. Поэтому, ну, не получилось сделать дешево. Здесь будет заборчик, здесь будут выдвижные ворота. Здесь планировали бассейн сделать, но уже на усмотрение. Соответственно, тоже даже застройщик опытный, при этом очень много всего построил. Очень много построил. Ну, да, посмотрите, какая, да, идеальная подпорная стена. У некоторых дома кривые, а здесь идеально. Вот сравните, вот здесь подпорную стену и вот здесь подпорную стену. Потому что она вся будет облагорожена, вся будет красивая. И вот просто на опорные стены, ребят, 3 миллиона рублей. Плюс еще вот этот свай, еще. Здесь получается только 0 обходится в пятерочку, да. Ну и, конечно, сам дом, плюс, опять же, там эти всякие заборчики, там еще что-то там, раздел, все эти коммуникации, которые нужно было подвести, этот газ. Поэтому я у него спросил прямо, скажи, пожалуйста, ну, мы с ним ходим в World Class вместе, я говорю, сколько здесь? Получается x2. Он говорит, Макс, ты че, говорит, какой, говорит, x2, говорит, ну, посмотри, говорит, я, говорит, тебе, говорит, могу скинуть все сметы. Я говорю, просто у меня есть идея построить дом. Он говорит, ну, классная идея, говорит, без проблем строй, и все. Ну, может быть, где-то привирает, может быть, еще что-нибудь, но, ребят, факт остается фактом. В принципе, как я и говорил, 7 миллионов, если вы будете строить сами, если вам без проблем идут разрешения, потому что все-таки это ИЖС, а здесь на ИЖС нужно именно разрешение, не уведомление. Если все сможете пробить, да, без проблем. Он говорит, мы разрешение получали даже с нашими ресурсами, получали без малого полгода. Полгода не могли добиться разрешения, потому что знают, что этот микрорайон такой-то интересный, потому что здесь очень много самостроев. Школы, детские сады, все здесь имеется. Ну и, конечно же, на этом фоне неохотно дают разрешение. Ну, реально неохотно дают разрешение. И почему именно 4,5 сутки земли, а не больше? Да потому что, говорит, если, например, брать разрешение на дом, например, 300 квадратных метров, говорит, то уже подозрение, что это будет какой-то там, не знаю, многоквартирный дом типа вот такого. Сейчас я вам покажу. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот этот дом построился на 10 соток земли. Вот такой, понимаете, самострой. Поэтому вот как бы так. Говорит, мы бы и рады строить большие дома, но в больших домах всегда наблюдаются признаки многоквартирного дома. И на этом фоне, конечно же, говорит, зарубает, еще раз зарубает. 29 миллионов. Это нормальная, адекватная цена, хороший застройщик. Ни один дом он уже построил, поэтому смотрите сами, ребят, выбор за вами. Лично мне понравилось. Пишите в комментариях под этим видеороликом, понравилось ли вам или нет. 29 миллионов, 186 квадратных метров, 4,8 сотки земли, со всеми центральными коммуникациями в центральном районе центрального Сочи. Пока.